Название Victoria's Secret Noir, оригинал 50 мл, люкс кофе 100 мл. Ищем отличия по наклейке, качество, сама текстура, нанесение, тиснение, цвет, размер шрифта. Снизу флакона написано все одинаково, разница только в размере шрифта. По пульверизаторам. В оригинале пластик и металл, в реплике поролон и пластик. В оригинале идет более закругленная, аккуратная. Здесь чуть-чуть торчит. Качество поролона все одинаковое. Коробочка очень похожа. Все написано то же самое. Это парфюм.